Друзья, всем привет! С вами я, Давид, и мой канал о голубях. Поехали посмотрим. Друзья, в сегодняшнем ролике вы знаете, что увидите? Увидите то, что не видели у меня никогда. Сегодня самый счастливый день, потому что я приехал на дачу, работать не надо, выходной у меня. И я вам покажу один способ, как красиво оформить место, где приземляются голуби. Лайфхак от меня будет. Ладно, друзья, сейчас я принес лакомство для голубей. Буду баловать их семечками. Покупными, правда, но я немножко им дам. Кто-то скажет, что их нельзя. Видите этот кружочек? Это я им сделал вчера, а сегодня я вам покажу чуть дальше, как сделать еще одну на примере. Погода понемножку улучшается. Сейчас чуть позже, где-то через часик уже буду гонять и показывать вам эту всю красоту армянских голубей. Друзья, чем хорошо держать голубей в свободном пространстве? Видите, я им насыпал семечки, у меня голуби спустились кушать, а вот один из них спустился на песочек, на дорогу, и камушки кушает. И она себя послабже чувствует, я вот заметил несколько дней назад. Видите, он не спустился с ними кушать, а пошел за камушками. Чем хорошо держать на свободном выгуле голубей? Вот этим. Они сами ищут себя, что кушать. И это очень радует, когда голуби не болеют. У них вырабатывается иммунитет. Все хорошо, вы счастливы, голуби здоровы. Друзья, пока солнышки нет, решил погонять голубей, сейчас вам покажу. Чувствую, сейчас полетят. Легкий ветерочек поднимается, тогда можно гонять. У нас гость. Увидела, что заметила, и уходит.
Так вкусно пахнет. Вот такие вот пескунята. Друзья, в этом видео не удалось мне показать, как это все делается, но кто не догадался, пишите в комментариях, я в следующем видео обязательно покажу. Просто думаю, смысл мне второе сделать, если и так все понятно. Можно даже без триммера это сделать, просто ставите посередине колышку и чертите вот по веревке, вот так делаете и чертите такой кружок. А потом начинаете этот в середине этого кружка просто полоть. Типа вот таких берете и вот так как бы делаете, и все. Как бы она равномерно, можно вот так резать ножиком. Потом можно подметать, и будет красиво, так, аккуратно. Но я водой вот так полил, и все. Так что, всем пока. С вами был я, Давид, и мой канал.